С 7 по 16 июля на базе Чебоксарского аэроклуба 50 будущих защитников Отечества проходят военно-патриотическую подготовку в рамках профильного лагеря «Сыны России». В течение 10 дней ребята будут изучать азы воинской службы. У них уже были занятия по пожарной безопасности, а вчера 17 ребят прыгнули с парашютом. Для многих прыжок стал первым. Юные солдаты проживают на территории Чебоксарского аэроклуба в палаточном городке уже пятый день. Здесь в полевых условиях участники готовятся к военной службе и получают начальные знания в области обороны и подготовки по основам военной службы. После, значит, таких занятий многие дети уже выбирают будущую профессию, кем быть, кем стать в этой жизни. Вот сегодня одна четвертая часть, 25% изъявила желание быть, значит, в рядах спецподразделений наших структур. Пожарные уже приезжали в лагерь. Помимо теоретической части, они ознакомили ребят с первичными средствами пожаротушения, дали возможность примерить боевую одежду пожарного и пройти полосу препятствий. Никита Солдатов, командир 2-го взвода 2-го отделения на учениях «Сыны России» впервые. Положительных впечатлений от пребывания в лагере достаточно. Но самое главное, как сказал Никита, здесь из мальчиков делают настоящих мужчин. И вчера эти настоящие мужчины совершили прыжки с парашютом. Для Никиты прыжок был первым. Боюсь, конечно же, но без этого никак. Ибо я собираюсь связать с этим свою жизнь. Хочу поступить в РВВДКУ, Рязанское командное десантное училище. Впереди ребят ожидают еще 5 дней усиленной подготовки к будущей службе. А в следующем году будет новый набор. Учебные сборы «Сыны России» проводятся на территории Чебоксар уже 6-й год, готовя настоящих солдат. Екатерина Абрамова, Антон Вовк, Республика.